Оттепель или заморозки? Оттепель. Макаренко или Гафуров? Гафуров. Сова или жаворонок? Сова. Ларри Кинг или Познер? Ларри Кинг. Эволюция или революция? Эволюция. Правда или жизнь? Жизнь. Честность или деньги? Честность. Провластный или оппозиционный? Оппозиционный. Консерватор или либерал? Либерал, наверное. Мент или милиционер? Милиционер. Газета УС или УЗИНЮС? Газета УС. Альтер-эго или бренд-бокс? Альтер-эго. Журналист или веб-дизайнер? Журналист. Город или природа? Природа. Восточный деспотизм или западная демократия? Западная демократия. Царь или хан? Царь. Путин или Трамп? Путин. Готов ли честно отвечать на все вопросы? Да. Ты свободен? Нет. Сколько тебе лет? 32. Какой ты национальности? Я наполовину грузин, наполовину еврей. Кем мечтал стать в детстве? Летчиком. Кем стал? Журналистом. Кем работаешь? Журналистом. Какое образование? Высшее, журфак. В какой школе учился? Я учился в Ургенче, в школе номер 15. Как относишься к людям, которые смотрят и не подписываются? Хорошо отношусь. Процитируй свой пост про то, как стать популярным в разных соцсетях. Чтобы стать популярным на Фейсбуке, нужно хорошо писать. Я думаю, это правда, потому что люди любят читать на Фейсбуке интересные вещи. Для того, чтобы стать популярным в Инстаграме, нужно иметь сиськи, потому что это единственное, что привлекает, мне кажется, основную массу Инстаграма узбекского. Чтобы стать популярным в ТикТоке, нужно быть умственно отсталым, потому что контент там иногда очень странный. Ну и Твиттер, я не знаю, как стать популярным там, где чего нет в Узбекистане. Веришь в мировой заговор или тайное правительство? Нет, не верю, потому что миром невозможно управлять, мир состоит из хаоса. На каком уровне твоя грамотность? На приличном. Пишу, бывает, с ошибками, конечно. Есть самоцензура? Моя самоцензура ограничена моим воспитанием. Каких тем избегаешь? Национальности, религии, наверное, политики. Это темы, споры, на которые не прекратятся никогда. Самый интересный выпуск «Альтер-эго»? Я думаю, выпуск с Абидом Асомовым. Самый неинтересный выпуск? Неинтересный в плане создания, наверное, был с главой Сената Танзиль Нарбаевой. Не потому, что она неинтересна сама, а потому, что человек занимает высокое положение, и она очень, очень фильтрует то, что говорит. Отсылаешь вопросы? Нет, заранее никогда. Родившиеся и живущие в Узбекистане обязаны знать узбекский язык? Определенно. Почему? Потому что ты должен знать язык страны, где ты живешь. Нельзя жить в США и говорить всем, что нужно говорить по-русски, или по-польски, или по-немецки, или на иврите. Ты знаешь узбекский? Не очень хорошо, я скорее как собака, я все понимаю, но не говорю. Твоя первая любовь? В 15 девушка с моей же школы. Служил? Нет. Ты патриот? В адекватном значении этого слова, да. Веришь в гороскопы? Нет. А в Бога? Определенно. Не в какого-то одного, а в целом как высшую сущность. А вы инопланетян? Нет. Ты суеверный? Вот стучу по дереву, пожалуйста. Сколько тратишь денег в месяц? От 6 миллионов. Сколько зарабатываешь? От 6 миллионов. Сколько стоит интеграция? От 8 миллионов, я думаю, что. Ты рос в полноценной семье? Я рос в полноценной семье, да. Я вырос с бабушкой, но у меня полноценная семья. Ходил к проституткам? Да. Когда? В школе. Когда в последний раз? В школе. Самый дорогой подарок от девушки? Мне девушка подарила икону православную с моим лицом. Самый дорогой подарок, который ты делал девушке? Самый дорогой, который подарок? Какой у тебя телефон? iPhone. У тебя есть машина? Да, черная эпика. Когда в последний раз дрался? В школе. Воровал? Я не могу сказать, что я воровал, но я жил в Штатах, и мы делали такую штуку, когда не было еды практически, то есть совсем, и не было
возможности заработать денег, мы шли в гостиницу какую-нибудь, там стоит, стояли вендинговые машины такие, пускаешь монетку, и там приходит, тебе выползает там какая-нибудь бургер или печенька. Мы шли на ресепшн и говорили: дяденька, мы опустили монету, доллар, а там ничего не вышло. И он шел, открывал ключом и говорил: что вы заказали? Мы брали там колу или печенье, и сказали спасибо, и уходили. Ты всегда во всем прав? С возрастом я понял, что нет. Поступки, за которые тебе стыдно? Брал деньги в долг, не отдавал вовремя. Убивал животных, ходил на охоту? Никогда не убивал животных и не ходил на охоту. Я даже мух не убиваю, а отпускаю. Ты ЧСВшник? Уже нет. В чем ты лучше остальных? Не могу сказать, что лучше, но единственная черта, которая мне нравится, и я, которую редко замечаю в других людях, я умею радоваться мелочам. Твое отношение к правоохранительным органам? Каждый делает свою работу. Есть как положительные, так и отрицательные вещи. До скольки лет ты брал деньги у родителей? До 20, думаю. Тебя били в детстве? Никогда. Сколько девушек у тебя было? Отношений, я думаю, 5. Насколько ты ревнивый? Не ревнивый. Ты изменял? Да. Тебе изменяли? Не могу точно сказать, не знаю. Надеюсь, что нет. Спал с чужой женой или девушкой? Да. Плакал из-за девушки? Да, после первой любви. Тебе прощали измены? Да. На что ты не готов ради близких? Ради близких, ради очень близких, я готов на все. Веришь в жизнь после смерти? Я верю скорее в перерождение после смерти. Девственность имеет значение? Нет. У тебя есть внебрачные дети? Да. Делали аборт от тебя? Да. Почему аборт – это преступление или не преступление? Я склоняюсь к тому, что это не преступление, потому что лучше не родить ребенка, чем родить его не в любви. Что запрещено твоей девушке или жене? Будить меня по воскресеньям. На каких сайтах знакомств сидел? На всевозможных сайтах знакомств, где используется русский язык. В свое время, конечно. От Мамбы до Хай-Файв, до Майспейса. Часто смотришь порно? Бывает. Перечисли места своей работы. Дизайн-студия, брендбокс, Универсал Банк, маркетинговый отдел. Когда в последний раз плакал? На фильме около месяца назад. Ты свободен в творчестве? Я ограничен рамками своего воспитания, только лишь. Парень должен платить за девушку? Думаю, да. Не то, что должен, но я плачу, допустим. Стараюсь. Твое отношение к пышным свадьбам? Лично мое отношение негативное, но я свое мнение никому не навязываю. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Определенно верю, да. Такая дружба обычно случается после отношений. Как относишься к лесбиянкам и геям? Абсолютно адекватно отношусь и спокойно к геям, к лесбиянкам, к людям любой расы, вероисповедания и так далее, так далее. Главное, чтобы человек был хороший. А к разрешению однополых браков? Да, почему нет? Усыновлению такими парами детей? Да, если это ребенок будет расти в любви, прежде всего, конечно. Разрешил бы ЛГБТ-парады? Разрешил бы я, смотря в какой стране. Есть страны, где они прекрасно проходят, есть страны, где не запрещено законом. Там, где не запрещено законом, наверное, не стоит это проводить. У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? Есть, да. Как относишься к статье о проституции? К статье о проституции? Я отношусь к законам вообще с той позиции, что не стоит всех под одну гребенку. То есть у каждого есть какие-то обстоятельства. Какую девушку можно назвать шлюхой? Я не называю девушек шлюхами. Как относишься к девственницам? В целом нормально, но сам не приветствую. Спал с девственницей? Да. Секс на первом свидании – это нормально? Абсолютно. А секс без отношений? Абсолютно. Поднимал руку на девушку? Нет, никогда. Кто виноват в домашнем насилии? В домашнем насилии, вообще, домашнее насилие – это конфликт. Я думаю, что в любом конфликте виноваты всегда оба. Но я не делаю упор ни на одной из сторон. Употреблял наркотики? Травку – да. Твое отношение к легализации борделей? Да, если они будут платить налоги, почему нет? К легализации наркотиков? Легких наркотиков, думаю, да. В медицинских целях они прекрасны. Есть ли плагиат в твоем творчестве? Определенная доля присутствует, конечно. Я вдохновлялся Дудем, но в последнее время я пытаюсь уйти от этого. Носишь женскую одежду или носил?
Носил, да, я играл в школьном театре, и у меня была роль в женском национальном платье. На что ты не готов ради семьи и детей? На все готов, ради семьи и детей. Даешь деньги в долг? Очень близким людям, которым потом не нужно будет просить обратно. Ты должен быть правильным? Нет. Ты настоящий в своих интервью? Я настоящий, да, конечно. Ты задаешь все вопросы, которые тебя интересуют? 9 из 10 вопросов, которые я хочу задать, я задаю. Ты красивый? Нет. Любимое матершинное слово? И я очень много матерюсь, но, наверное, еблан. Мат – это бескультурье? Нет, это не бескультурье, просто есть некоторые компании, в которых он просто неуместен. Ты следуешь за мечтой? 100%. Часто врешь? Не часто, но бывает. Почему именно альтер-эго? Название придумал основатель Афиши Медиа Сорен Сапов. Это игра слов от моей фамилии Альтман, Альтер. С Милой Рай и в шалаше? Несколько дней, да, но потом нужно из этого шалаша, наверное, выбираться все-таки. Все девушки любят бабки? Я думаю, бабки любят... Я думаю, девушки любят сильных мужчин с бабками. Все бабы дуры? Нет. Почему мужики козлы? Их так воспитали родители. А ты козел? Наверное, в каких-то случаях, да. Давал взятку? Да, в университете и в ГАИ, наверное. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? Хочется верить, что никто не уходил недовольный, но, не знаю, 9,5. Как можно девушке познакомиться с тобой? Да, в социальные сети, наверное, если очень хочется. Но я не знакомлюсь. Самый худший твой поступок по пьяни? Я очень мало пью, очень мало выпиваю. Наблевать на себя считается это вообще? Окей. Самый обидный комментарий? Не обидный, а очень смешной. Наверное, для кого-то он мог быть обидным. Под одним из выпусков мне написали ведущие, что ты сдох от СПИДа. На каком языке думаешь? На русском. Платишь за друзей? Ну, по мелочи, там, фигня. Любая бизнес хороша? Определенно нет, просто у этой фразы иной контекст в интервью. Как его перевернули и, собственно, тиражируют. Ты сплетник? Нет. Часто меняешь свое мнение? Ну, если мнение мое ошибочное, я легко его меняю, да. Хочешь уехать? Нет. Что бы ты хотел сказать своим хейтерам? Спасибо, что вы есть и делаете меня лучше. Проверялся на ВИЧ? Да, 2 раза. Один раз абсолютно зря, потому что я получал прописку лет 8 назад, и мне сказали, что для нее нужно получить справку. Я стоял большую очередь, очень переживал, пока получил результат, а потом пришел в лавир, и мне сказали, ты что, дурак, не нужна эта справка, и это было ужасно. Измерял свое достоинство? Конечно. Размер имеет значение? Это нужно у женщин спрашивать. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Блин, что так рано? А оказавшись перед Путиным? Перед Путиным? Да я вряд ли перед ним окажусь. В чем сила, брат? Сила в любви. Ты принц? Нет, в Ургенче не бывает принцев.